Два слова хочу сказать о землячестве. Я вот и собирался сюда, и именно об этом думал. Вот сейчас ввели самоуправление, вот этот знаменитый 131 закон. Он, по сути дела, нас осиротил, что ли. 3 дня назад у нас был отчет новой власти, значит, о своей работе, и представитель района встал и, значит, думал долго, и вот начал с произнесением такой фразы, сказал: знаете что, я вот понимаю, что я не должен это говорить, и не имею права говорить, но я вам скажу, вы никому не нужны, и ни на кого не надеетесь, вы теперь сами, значит, творите, выдумайте, пробуйте. И вот с этих позиций сегодня землячество, которое в силу своих возможностей делает что-то для села, для школы, вот, для клуба, в целом для села, оно оставит большой след в сознании вот нас, жителей этого села. И хочу сказать, я не хочу загадывать, как долго эти традиции сохранятся, конечно, хотелось бы, но хочу сказать, что в памяти сельчан дела ваши, вот, землячество, на долгие годы останется самым таким хорошим, прекрасным воспоминанием. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, успеху, значит, в основной, в общественной работе. И впредь не забывать нас. И говоря пионерским языком, скажу, вы молодцы, ребята. Будьте всегда такими. Да.